Вечер встречи выпускников для сотрудников и владельцев караоке-бара на улице Менделеева закончился сразу несколькими заявлениями в полицию. В одном случае сообщили о пропаже 5000 рублей из сейфа в подсобных помещениях, в другом – о массовой драке между посетителями. Как выяснилось, в ходе проверки в потасовке участвовало 6-7 человек. Выясняя отношения, граждане умудрились сломать столы, стулья и побить посуду. Чуть позже было вот зарегистрировано заявление еще гражданки о том, что она обнаружила у бара «Большой каньон» бесхозный сотовый телефон. На дорогах города тоже было не все спокойно. ДТП с пострадавшими произошло на пересечении улиц Пионерской и Победы. Водитель 86-го года рождения, управляя машиной «Шкода Октавия», при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомашине «Шевроле Лачетти» под управлением водителя женщины 73-го года рождения, которая двигалась по главной дороге. С ушибами женщину доставили в приемное отделение, там осмотрели и после отпустили домой. По словам начальника Саровского ГИБДД, продолжается работа по выявлению нетрезвых водителей на дорогах города. Таких за прошедшую неделю было задержано 9 человек, один из которых попался в третий раз. По всем фактам проводится проверка. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.